Тротуар на улице Возрождения в микрорайоне Бытха много лет не ремонтировался. В рамках программы «Малых дел» сегодня здесь ведутся работы. Участок протяженностью 120 метров готовят под брусчатку, устанавливают бордюрный камень. На лестницах оборудуют и пандусы. В рамках исполнения программы «Малых дел» депутаты городского собрания Сочи по Хостинскому району выделили более 1 000 000 рублей на обустройство тротуара по улице Возрождения. Также в планах у нас обустройство детской площадки по улице Возрождения и обустройство тротуара по улице Бытха к курортному проспекту. Проведение любых ремонтных работ всегда доставляет неудобства. Единственное, что заставляет терпеливо относиться к происходящему, это понимание скорого завершения строительства или благоустройства и ожидание лучшего. Все, что улучшается, это всегда хорошо. Это удобно, это приятно, когда о тебе заботятся. Благоустроенные тротуары – это хорошо. Работы здесь завершат к концу недели. На очереди еще несколько объектов в микрорайоне Бытха. Практически завершена работа по ремонту 2 участков дорожного полотна на улице Обовяна в селе Верхний Юрт. На их состояние долгое время жаловались местные жители. В этом году по поручению главы города Анатолия Пахомова и при содействии депутатов района были выделены 300 тысяч рублей. Участки дороги ремонтируют поэтапно. На очереди и самый сложный отрезок. Уже сколько лет вот эта дорога вообще уже обваливается. Ну вот в программе «Малых дел» нам, слава богу, конечно, вот начали делать дорогу. Спасибо, конечно, депутатам нашим. Обвал этот самый основной, что даже скорая помощь прийти, она вот по такому обвалу невозможно. Но обещает в следующем году закончить эту дорогу. В программе «Малых дел» еще немало заявлений жителей села Верхний Юрт. Уже известно о включении этого района в программу по установке уличного освещения в переулках. Рената Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.